Достаточно. Снимаю видео, ушла подальше. В общем, что хотела сказать. Иногда нужно просто немножечко молча посидеть и не общаться ни с кем для того, чтобы тебе не мешали отдыхать. Вот в данном случае я немножко себя повела некорректно, и теперь не знаем, как проводить человека, который сидит, пишет непонятно что. Тут такая тоска. Я люблю пиво. И почему? Там ребята играют в настольный футбол. Кусок, маленький кусок, я буду прищать. Ну да, все, конечно, будет, а как же, будет, ну, всем будет, ну ладно, это я о себе сейчас пишу. Ну, хотя бы это не только меня касается. Дальше ничего не будет. Просто, ну, закоротилось. У меня иногда фраза была так. Я вообще культурный человек. Я всегда культурный был. Ну, чуть немножко. Афган чуть в голове вспоминать. Будет сюда, будет здесь. Да, ну, это, конечно, вообще неуместно. Ну ладно, все. Как есть, так и будет. У меня большой буквы, конечно, главная встреча, конечно. Это тебе типа оповещение, да, пришло мое видео? Я в интернете нигде никуда не выхожу. И не выходил. Хотя так, ну, где-то у меня было, говорит, ну, да я не скрываюсь. Я все подписки закончил. Ну ладно, я хорошо, смотрю, мы просто я хотим расписал сейчас. Сейчас да, так, да. И да. Даже дату поставил. Все, спасибо. А у нас сегодня что? У нас сегодня 08.06.2018. Ну да, ну 08, все. Да, 06. 06. 2018. Можно я сейчас засчитаю? А вы там как захотите? Хоть сейчас мусор. Ладно, да, давайте, зачитывайте. Ну, я бы, я не знаю, как вы, а заглянул в твои глаза, не в страдания, а в глаза. Угу. Покатилась я слеза, подбери меня, я за. Вспомни лучше, что было, чтобы злость твоя остыла. Были ж крымские вояжи, как ковры персидской пряжи. Будет суд, Божий вечер, я готовлюсь к этой встрече. Можете спокойно, не афишируя никого, я у вас там свой выход есть куда-то. Ну бросьте, посмотрите, как отреагируют. А мы когда встретимся,
Мне будет интересно. Отреагировали ли? Вы имеете в виду в соцсети? Да. Хорошо. Ну, у вас же свои есть? Да. А мы когда-то увидимся. Хорошо. А если вот когда-то увидимся, вы скажете, ну, вообще, дело же не в количестве подписчиков. Ну, кто-то будет. Угу. И еще. Я под Есенина. Сергей Александрович, великого поэта. Я не кашу под него. Угу. Оно само что-то такое. Прыг, угу. Ну, прыгнул. Да, я ж, ну, ой, чуть по, ну, я по блату сложил. Угу. Вот так всегда. Выбросьте туда. А мне даже интересно. Я вообще, ну, у меня много. Ну, угу. Ну более другие, ну, более угу. Нормальные. Конечно, сейчас. Все, я поняла. Спасибо вам. Да, сейчас я еще посижу. Я вообще не помешал сейчас? Ну, вот то, что время. Нет, ну просто мы. Я думала, вы поиграете, чтобы мы послушали. Ну, но а если то... сыграете, мы с удовольствием послушаем. Ага. Чума там у меня или не чума, ну, честно говоря. Не, все хорошо, все не, хорошо. Неожиданно. Не чума, да? Нет. Спасибо. Я эти листы, с вашего позволения, сохраню. Сохраню и скину в соцсети для того, чтобы даже напишу со словами теми, чтобы оценили ваше стихотворение. Может быть, встретимся еще здесь, и я вам обязательно я думаю, передам информацию. Увидимся, если я услышу вашу информацию, да. Понимаете, я ну, все понятно сейчас. Все, спасибо. Дело в том, что в соцсети, а, ну, а в целом? В целом хорошо. Неожиданно. Спасибо. Очень хорошо. Очень там, жизненно. Там вообще есть. А про злость в глазах это откуда? За кого сказали? Ну тут про злость какую-то написано в глазах. Я говорю, это откуда? Вы с глаз взяли? Когда вы давно любите женщин, когда вы давно любите женщин, а потом, ну, проблемы. А, страдания, проблемы, и да, да. И вот она тебя больше не может. Она тебя любит. Ой, ты, ну, сам чувствуешь, ну, не гад, ну, негодяй, конечно, ну, мужчина, вот, а ты все равно, Ирюс, вот, и, ну, это, тут что-то правильное. Это от души, понятно, спасибо большое. Да, я сейчас тут. Да, спасибо. Вот так вот люди лучше, пишут. Какая бы злость твоя стыла. Ты снимаешь? Да. Заглянул в твои глаза, в них страдания и гроза. Покатилась слеза. Подбери меня. Подбери меня. Язва. А он не так прочитал. У нас, короче, свои стихи, Оля. Я тебе сейчас зачту. Давай. Загляну в твои глаза. В них прекрасная слеза. Нина, твоего нет. Слеза. Побери-ка я газа. Эту слезку. Я газа. Вспомни лучше, что было, чтобы лесть твоя остыла. Ем минет два. Что? Смотреть лист два. Господи. Два. Быль. Крылатая. Нет, были ли крымские, он говорит. Были ли крымские. Как короче, крывры. Переудобные пряди. Будет суд и вечер. Я готовлюсь не главночь в 3 часа ночи. Адрес такой. Короче, в 3 часа ночи он приглашает ее на коврик какие-то. А что у меня? А тебя? Не ее, я имела в виду не тебя, а кому он писал. Ну, короче, как-то так. Человек попросил выкинуть его в соцсети, и чтоб все его оценили его строки. Кому не жалко поставить данному человеку лайк, ставьте. А на этом мы прощаемся. Так она должна быть открыта. Ага.
тут ее закрывать. Я думаю, они придут. Ну, мы не меломаны такие слишком, мы не заметим. Кстати, фано настроено. Чуть-чуть там, ну, соль. Ходи, есть не строить. Вот я очень люблю, когда соль растет. Ну, это так. Что-то ж надо перед этим говорить, как пальцы разомнешь. Пальцы-то не размяты. Сейчас подумаешь. Вообще-то, ну, первое не буду. Я просто про пальцо. Про пальцо. Это самое Спасибо. Спасибо. А вы что-то снимали, что ли? Что-то снимала. А там что-то писалось? Что-то писалось, а что-то нет. Да. Ну, и музыка еще была. Да, ну там, конечно, паршивость. Ничего, ну, хорошо все было. Все было замечательно. Творчество всегда замечательно. Да, ну это... Да, это тут что-то спела, немножко душа спела. Да. Так, а сейчас мы, а что же мы сейчас? О, так мы что-то другое. Я образован. Сиренево. Ну, понимаете,
Ничего же это я Ютуб выкину. А потом он мне говорил, что я творческий человек, извини, ты мне не подходишь. И вот сейчас, в течение 15 лет, мы расстаемся. Пардон, не знаю. Пишите, она не очень красивая. Я другой свой раз молодец, но Бог кроется любит. Но это совсем вообще. Моего голоса оттерпит. У меня такого еще не было, чтобы сказать. Аплодисменты. Тихонечко. Все, спасибо. А, вы сказали, что... Где у вас там есть вы это? Где? Это пионеры. Ну да. Я не мог даже играть. Ну да, понимаете. И когда клавишник сидит... Не, ну это не серьезно. И тюдачи. Ну, третья, четвертая музыкальная школа. И радио. А что ты мне... Ну, ты проходи, посидим, послушай. Я такой... Я полсекунды. Вы не подумайте, что это все сделали. Что-то да, подводная лодка. За 3 минуты тонет, а я же быстрее говорю. Понимаете, когда? А подводная лодка за 3 минуты тонет? За 3. Или 3 минуты у тебя нет. Меня все подписаны. Я, почему я? Ну, я не... Я много... Ну, а вы говорит... тут местный, да? Вы не знаете, тут квартиру у вас никто не сдаёт? А вы приехали? Там мы живем, надо...
просто переселиться, хозяйка может продать квартиру. Я очень нормально отношусь к тем людям, которые переселились. Неважно, по какой причине. Я что-то, ну, да. Мы если сейчас вкуснее, ну как бы затянем сейчас немножко, ниточку потянем. Слушай этого. Кто-то, наверное, через, я думаю, лет 5-6 из завода Высоцка. Который, ну, просто величайший. Величайший написал. Ну, конечно, забудут. В России не забудут. А? В России не забудут, а здесь забудут. В России ходят, там есть клубы по интересам. Он читает стихи Есенина, там мы ходят на кладбище. Мы аккуратно с вами говорим, и я тоже аккуратно говорю, конечно. Так. И теперь я хотел спросить, вы откуда переехали сейчас? Ну, я тут живу. Хороший. Ну, я старался. Ну, мы же не будем с вами, так говорить. За вагоном проходит вагон. Три, а ваша чудо, три доски вместо мягкой постели. По этапу идет эшелон. Нам встречается. Синие ели. Я услышал. Дело не в душах одиночества. Тот, о ком вы сказали, что спокойный, обеспечен, достаточно, с моей стороны, ну, со своей какой-то там, а в основном с моей. Это, ну, это сложно разобрать. Учитывая там психологию, что там произошло и так далее, и так далее. Это вообще тема такая. Когда ты спокойно ей говоришь, будет 18-й, Крым уйдет. Я это видел. Я знал. Ну, извините. Я официально. Прошу прощения.